Паста с брокколи и креветками. Это невероятно вкусно, просто тает во рту. Главное, возьмите сливки 33%. Для того, чтобы брокколи была хрустящая, опустите ее в кипящую воду, накройте крышкой и выключите огонь. Пусть она минут 5-10 полежит в водичке. Чеснок раздавливаем, обжариваем слегка на сковородке и выкладываем наши креветки. Лучше, конечно же, брать свежие. Они намного-намного вкуснее, чем замороженные. В кипящую воду наливаем немного масла, немного соли и отправляем нашу пасту. Вареник мне помогает, натирает пармезан. Пармезана не жалейте. Вынимаем нашу брокколи и затем, слив почти всю воду с макарон, добавляем сливки 33%, добавляем брокколи и кипятим на небольшом огне, пока сливки не загустеют. Затем, внимание, лайфхак: от вареника сыр добавляем порциями и каждый раз тщательно перемешиваем для того, чтобы у нас получился сырный соус, а не комки. Очень важно порциями и тщательно перемешивать. Затем выкладываем в нашу красивую, потрясающую тарелочку, выкладываем сверху наши обжаренные креветки, а обязательно посыпаем всю эту красоту пармезаном и наслаждаемся. Приятного вам аппетита!